Игроки «Спарты» встречают болельщиков при входе во дворец спорта. Картонные фигуры стоят около гардероба. Пока зрители заполняют трибуны, спортсменки обмениваются приветствиями. Вместе с ними на площадке традиционный символ видновской команды – плюшевый кот на задних лапах. Поединок начинается под непрекращающийся гул фанатов. Ритм задает барабан. С самого начала встречи игроки развивают максимальную скорость. Чтобы уследить за мячом, зрителям, кажется, тоже нужна специальная подготовка. Всю первую половину матча команды идут, что называется, нос к носу. На перерыв гости уходят с небольшим преимуществом к удовольствию своих фанатов. Чебоката очень сильная, очень сплоченная внутри команда, поэтому с ними... За ними приятно смотреть как в игре, так и вне игры. Поэтому очень радуюсь их победам и всегда верю в них. Мне нравится. Немножко не повезло, несколько раз промазали, неудачно из-под кольца, но в общем мне очень нравится, то есть настрой на позитиве, девчонки борются, стараются. Ирина Соколовская знает, о чем говорит. Баскетболу девушка отдала четверть века. Больше 10 лет играла за Вологодский клуб. Болельщики гостей на отдельной трибуне. Их заметно меньше, чем фанатов видовской команды, но слышно так же хорошо. Ударник есть и среди поклонников Чевакаты. Инициативу во второй половине встречи захватывают хозяева. Итоговый счет 79-69 в пользу команды из Видного. После игры автограф-сессия на мяче юной болельщицы Спарты, по словам девочки, это уже традиция. Сколько у тебя уже подписей? Очень много. У меня тут и Кайла, которая ушла, и где-то здесь вот Мусина, где-то здесь еще была Вадеева, Классовского, у меня вот все легенды. Сегодня большинству спортсменок «Спарты» еще только предстоит стать легендами. Команда очень молодая. По мнению главного тренера, первая победа в премьер-лиге – это прежде всего заслуга игроков обороны. Мы грамотнее сыграли в защите. В первой половине мы уже создали 10-очковое преимущество, но разбазарили его по своей халатности. Мы не сделали этой ошибки во второй половине игры и сыграли получше в защите. Поэтому такой результат. С таким результатом «Спарта» на 6-м месте в турнирной таблице с 5 очками. Следующая игра уже в четверг. Видновский клуб будет принимать команду из Ногинска. Алексей Пименов, Владимир Бежонов, Елена Кошелева, Видное ТВ.